зовут Максим Амельянчук, и в этом видео мы поговорим о тайм-менеджменте. Я хочу рассказать о книге Дэна Кеннеди «Жесткий тайм-менеджмент». Она называется «Возьмите свою жизнь под контроль». Для кого эта книга? Ну, разумеется, прочитать ее нужно всем, кто работает в сфере недвижимости. Но все-таки в первую очередь она не для новичков. Она для продвинутых риэлторов и для руководителей. Руководителей отделов продаж, руководителей филиалов, руководителей компаний. Что полезного, интересного в этой книге? Что взял для себя, что взял себе на вооружение? Во-первых, Дэн Кеннеди очень подробно рассказывает о том, как бороться с времяососущими вампирами. Он рассказывает, как организовать встречу с ними, как вести с ними переписку и телефонные звонки. Второе, в этой книге очень подробно рассказано, как бороться с прерываниями. Почта, там, ICQ, Skype, всевозможные варианты отвлекают нас от того, чтобы идти вперед. В этой книге очень подробно описано, как нужно добиваться успеха, как избавляться от прерываний. И в-третьих, в книге очень подробно описано, как погружаться в проект, как работать на 100% в одном направлении. Книга очень интересная, но еще раз напомню, я рекомендую ее всем. Но в первую очередь она будет интересна для руководителей отделов продаж и для продвинутых риэлторов. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш видеоканал. Если вы читали эту книгу, обязательно оставьте комментарий. До встречи, смотрите следующие анонсы книг и рецензии на них. С вами был Максим Амельянчук, до свидания.